Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зарабатываем Вместе, и сегодня я вам хочу показать очередной проект, который я зашел, который я взял себе в портфель. Взял я его еще вчера, и вчера взял не только один, но видео успел снять только на один. Вот, вы можете видеть, у меня вот в рабочих проектах есть проектики, они все рабочие. Все разделено здесь на плейлисты. Заходите, есть подпись на каждый плейлист и ищите. То есть, где партизаны, где некоторые видео отдельные, где есть видео, где написано проект Scam. Это проект, который не платит. Но давайте вернемся к нашему проекту. Итак, новый проект в моем портфеле, скажем так, со вчерашнего дня, это Novak Plus. Легенду и все остальное вам рассказывать не буду. Единственное, что вы видите, картинка, два парня, то есть Игнат и Эдвард, это как бы основатели компании, вот, которая зарегистрирована в Гонконге и ведет свою деятельность в Китае. Есть регистрационные документы, то есть все в порядке. Но хочу повториться, как и в предыдущих всех видео, что во всех полностью хайп-проектах, во всех вообще, что есть вариантах заработка в интернете, я играю осторожно, с холодным разумом и отношусь к этому всему как к финансовой пирамиде. Просто как к игре. И вам советую относиться так же. Кто захочет почитать, посмотреть документы, пожалуйста, перейдете. Здесь много кнопочек кликабельное. Все есть, все работает. Даже есть вариант открыть демо-счет. Попробуйте без вложений, просто будете наблюдать, пройдете регистрацию, просто будете наблюдать за своим депозитом, как оно работает. Это для тех, кто первый раз или хочет попробовать. Итак, значит, проект новый. Что мы видим? Есть контакт, есть Twitter, есть Telegram. Канал, есть отчеты, то есть языков. Представлено очень много, все работает. Войти, кто зарегистрирован, кто нет, вот три полосочки заходите и здесь читаете о нас, инвестору, статистика, партнеров, раздел факт, обязательно мы его сейчас внизу посмотрим. Как вы заметили, здесь нету кнопки регистрации. Когда вы войдете, там будет зарегистрироваться и зарегистрируйтесь. Регистрация простая, в принципе, как и во всех проектах. Ничего сложного нет. Опять же, видите, здесь есть пункты для изучения. Зайдете, почитайте, кому интересно, кто относится к этому более серьезно. Вот. И вот что о них пишется, все такое. Но нас интересует здесь пару фишек доходности вообще, что это такое. Что здесь интересно, здесь есть, вот как видите, пакет тестов. Это, чтобы вы понимали, можно сказать, суточный тариф с доходностью в 1%. То есть, если вы инвестировали, вот, к примеру, $100, берем назад, вот вы инвестировали, нажимаем $100, вы получите на следующий день $101. Здесь пишется, минималка для входа $1 и максимум $1000. Вы можете иметь только один депозит на этом плане, дождаться его окончания, реинвеста нет, его надо будет вывести и завести. Комиссия здесь минимальная, 0,1%, но все же она есть. Это суточный план, можно попробовать, довольно неплохой, кто хочет пару раз, пару дней, скажем так, недельку, вторую можно потыкать. Вот. Далее идет план как бы пассивный. Вот здесь уже намного интересней, и здесь, скажем так, вы достигаете до 200% прибыли. То есть контракт, ну как бы заходите на план, допустим, тоже закидываете, к примеру, там $1000, да, и ждете до 200% прибыли. То есть у вас с 1000 должно получиться 2000. Ну, согласно начислению. Проценты здесь плавающие. Самый маленький процент ежедневный это 1,44 и максимальный 2,95. Поняли, да? И здесь есть ежедневный, как бы переключалка в середине в кабинете, я покажу где, и в реальном времени. Что это такое? Какая разница? Ежедневный
это. То есть вы инвестировали $1000 и, к примеру, вам суточный там процент попал 2,2, там в кабинете пишут. Значит, вы получите ровно через сутки $22 начисления с тысячи. Если вы переключитесь на в реальном времени, у вас пойдут посекундные начисления в кабинете. Тоже будете видеть. И здесь минимальный процент у вас будет 1,44 будет по-любому, а ту разницу, которая, ну, допустим, как мы говорили, суточно, допустим, будет 2,2 минус 1,44, значит, к примеру, 0,58 вам по истечении суток автоматически доплачивают. То есть, по сути, это тот же процент, что на ежедневном, что в реальном времени. Но, как бы, есть маленькие нюансы. Захотите вы выйти, допустим, забрать депозит на полпути, значит, вы получите процент только 1,44. Но это, в принципе, мелочь, но интересно. Будем смотреть, как она будет работать дальше. На этом плане пассивно. То есть минималка уже от входа $10, ну и максимально 10 миллионов. Вот. Далее можно, здесь интересная фишка, вернуть свой депозит. Вдруг вы там, ну, не хотите играть там, или есть какие-то проблемы, срочно нужно деньги. Можно вывести в любое время с штрафом или с комиссией в 5%. То есть все работает отлично. Также, да, здесь имеется статистика, почитайте, посмотрите. Официально, как бы, проект стартанул намного раньше, но, в принципе, вся работа началась вчера. Это 05.06.23. То есть, 5 июня. Далее. Здесь еще будет такая вот интересная фишка с выбором, то есть с прогнозом. За счет того, что если вы угадаете, вам будет плюс 1% к вашему доходу за 24 часа. Если не угадаете, то есть предсказания на рост какой-то крипты, они там потом выставят, это будет в будущем, значит, будет минус 1%. Ну, для рисковых это шанс еще подзаработать. Вот, далее, что мы видим, доходность вы видите, да, это партнерская программа. Очень интересная, хорошая линейка. Первый уровень 5, второй уровень 1,5, третий уровень 0,5, четвертый уровень 0,25 и пятый уровень 0,1. Дальше есть раздел вознаграждения, дополнительные возможности. Перейдете, почитаете, здесь много чего. И, как бы, раздел ФАК. Его читайте обязательно. Здесь по процентам, регламент, открытие, все. Единственное, что мы сейчас посмотрим, это регламент на снятие средств. Вот. Здесь заявлено моментально. В крайних случаях, ну, понятно, может, здесь вроде бы через PayCash идет, пополнял. Задержится до 5 минут. Вроде бы. Сейчас мы это все проверим. Ну и, конечно же, есть, как я сказал, сервисная комиссия в 0,1%. И здесь описание минимальных сумм для вывода. То есть, по факту, USDT-шки все от $1. Пожалуйста, играйте, зарабатывайте, выводите. Далее, если не нашли нужный вопрос, поддержку пишите. Или вот есть окошечко. Видите, нажимаете онлайн. Я здесь общался. Так что все работает, все отлично. Есть ряд криптовалют, довольно-таки популярных. Пожалуйста, какая нравится, выбирайте. И опять же, все кликабельно. Нажимайте, читайте самостоятельно. Почитайте есть что. Скажу так, со старта немножко можно запутаться, но довольно-таки все интересно. Давайте войдем в кабинет. Вот то, что я и говорил. Видите, нет аккаунта, зарегистрируйтесь. Нажимаете и регистрируйтесь. Так, друзья, и вот мой кабинет. Вот единственное, что здесь постоянно вылазит вот эта вот штучка при каждом переходе. Вот, немножко раздражает. Но вообще-то прикольно, с одной стороны. Вот, как видите, у меня в тезере идут посекундные начисления. Переключу. Сегодня я переключу на другое. Посмотрим, как оно будет действовать для себя. Ну, в принципе, я вам объяснил, что если видите посекундные, то есть суточный тариф 1,44, потом к нему добавляется разница суточного процента. Ну и, как видите, инвестирую $201.52. Скажу, что крипта не конвертируется. В чем закинули, в том и работает.
видите, вот эта вот игра, куда пойдет цена вверх и вниз, еще пока недоступна, то есть будет в разработке, очень отлично. Вот есть, видите, выставляется вот здесь вот текущий процент 1,79 в сутки. Это то, о чем я вам говорю. Минимально 1,44 до 2,95. Вчера, по-моему, был 2 с чем-то, я не помню. Но, в принципе, кто будет играть, проконтролируйте для себя. Открыто у меня 2 депозита. Один на пассивном плане, а второй я сделал тестовый депозит 1300 трон на под 1%, именно на тестовый. То есть я заработаю 1%, это 13%. Вот через 1 час и 40 минут у меня закончится тариф. Так, далее, как это все переключать, вот эти вот тесты, не тесты, сейчас вам покажу. Вот здесь вот в настройках, после того, как вы пополнили, вот откроем вот эту штучку, вот здесь есть пополнить, нажмете сюда, вот пополнить, и видите, у вас будет выбор, какой депозит вы хотите открыть. И вот то, что я вам говорю, пассивный, минималочка 10, и тестовый, это минимально доллар, максимально 1000. И здесь у вас будет ровно один депозит в сутки, больше вы не можете открыть, и ровно 1% в сутки. И есть кнопочка вывести, тоже скажу сразу, вывести. Здесь вывести, смотрите, вот к примеру, нажимаем, у меня работает, где оно, вот, Трон ТРЦ ТРХ, да, пишется доступно 0, потому что депозит не отработал, но есть у меня депозит еще в ТРЦ 20, и у меня доступно вот 16,79. Я их выведу, вот, но в чем смысл? Адрес кошелька здесь в настройках, вот здесь. Вот, в настройках. Мы привыкли, что здесь есть кошельки прописаны. Нет здесь кошельков, не прописывается ни один кошелек. Здесь единственное, что есть, это... И вот периодичность начисления. В реальном времени и ежедневно. Видите, у меня включено ежедневно. Если можно переключить вот в реальном времени. Раз, периодичность начисления изменена. Вот, то есть я буду на следующие сутки... получу, то есть полностью сумму по депозиту, который откроется сегодня. И переключить я смогу уже только тогда, когда у меня пройдут фактически сутки или на следующий день. Вот эту переключалочку не трогайте, потому что прочитайте внимательно, у вас будет заниматься 1% на благотворительность, как бы фонд Новак К. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, переключайте. Вот, значит, раздел этот перешли, давайте вернемся назад. По счету вывести. Значит, поняли, да? Вот. Вы, получается, мы в тезер, и вот у меня есть 16 квип. Вот. Так, фишка в том, что адрес кошелька здесь можно указать любой. То есть биржи, какого-то траст валит ваш, или трасти валит, или что там. Ну, в общем, все кошельки, которые у вас, возможно, есть, и в них есть ТРЦ-20, то есть UDT, пожалуйста, свободно можете их указывать. Каждый раз другой. Вот давайте мы выведем, пишу 16,79. Пишем всегда через точку. И указываю счет получателя. Видите? Сохранить и подтвердить. Сейчас проверим, когда прилетела моя выплата. Ну вот, друзья, смотрите, аккаунт у меня на Binance. И вот, пожалуйста, выплата прилетела 16,77 в моменте. Ну, блин. Ну сколько там на транзакции надо? Ну секунд 10, может 15 прошло. То есть все отлично, все работает по красоте. Вот даже в транзакциях мы можем посмотреть. Вот у меня выплата 16,79. И вот
Перед этим компенсация 0,35. Я так понял, компенсация — это то, что я вам рассказывал при переключении на тариф дневной или там типа ежесекундный. Вот разница. Вот 0,35 мне компенсировали, добавил. То есть фактически от того, что вы там меняете, по сути ничего не меняется. Все равно общий процент будет у вас тот, который выбит в статистике. То есть вот здесь. Вот. В принципе, вот такой вот интересненький проект. Я вам показал практически все. Раздел статистики мы есть. Платежи. Это, ну, то есть там депозит во все остальное. Вот здесь вот эта вот фишка. Вы про нее не забудьте. Она постоянно закрывается, открывается. Инвестиции, вы видите, здесь целый ряд. Вплоть до того, что даже в рублях можно инвестировать. Транзакции будете видеть, все твои транзакции. Партнеры. По партнерам здесь тоже все, всех своих будете видеть. Брендинг. Вот интересно здесь. Можно, вот видите, скачать дизайн, то есть футболки какие-то там, еще что-то. Я еще только не разбирался, потому что здесь очень много чего есть почитать и всего интересного. Далее настройки я уже вам показывал. И вот академия. Здесь в академии очень интересный раздел. Есть что почитать. Я пару пунктов прочитал и все не дочитал. Вот от чего зависит дневной процент, будете знать. Ну, то есть все расписано, пожалуйста, читайте. Вопросы на ответы, обратиться за помощью. Все супер, все работает, то есть очень интересный. Я думаю, такие практики не стоит пропускать, тем более что выходят не часто. Админ здесь, скажем так, довольно-таки хорош. Можно работать, и даже я считаю, что нужно работать. Вот, но опять же помню, что все инвестиции в хайпах — это риски, это большие риски, но тем не менее я работаю, зарабатываю, другие работают, зарабатывают. Я желаю удачи тем, кто зайдет. Кому что будет непонятно, спрашивайте, задавайте вопросы. У вас есть электронная почта, внизу будут ссылочки на мой телеграм-канал, в личку, также ссылочка на регистрацию в проекте. Пожалуйста, пишите комментарии, что интересует, скажу, подскажу. Все, удачи!